В Шымкенте стали чаще болеть дети. Малышей поражает не коронавирусная инфекция, а ОРВИ и ОРЗ. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла на 10%. Впервые мы на базе скорой помощи сделали такую функцию. Там, значит, работают педиатры. Они круглосуточно консультируют родителей по поводу, если обращение с диагнозом ОРВИ. Дает очень хороший, дал очень хороший эффект. Буквально вчера мы около 40 пациентов проконсультировались. 200 шымкентцев лечатся в больницах от коронавирусной инфекции. 47 пациентов в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 случаев мы положили. Эпидситуация в Шымкенте стабилизировалась. За ненадобностью на 80% сократили места в ковид-стационарах. Вакцинация в Шымкенте продолжается. Спустили план 536 тысяч, мы его выполнили в конце октября. Сейчас еще у нас добавился 60 тысяч. Ежесуточно мы примерно 1000 людей вакцинируем. Врачи просят шымкенцев не расслабляться, носить маски и при недомогании остаться дома и вызвать врача. Анастасия Новикова, Даран Абдиев, Залтур Абеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».